Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить Киберпанк 2077, заканчиваем сюжетную линию через кочевников. Ну чё, танк, мы в него садимся. Танк, Василиску, я оговорился. Штурм начинается. Так, только вы разъезжайтесь. Ну, я газую уже. Чё не едем-то? Во. Ага. И лишь пустыня может быть прекраснее звездного неба над головой. Так, а здесь вроде ускорение есть, форсаж. Доеду я за тобой. Ай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Ну, поворачивает нормально. Ох, ёб ты, чё там за буря-то? Вы находитесь на территории, принадлежащей корпорации Милитех. Покиньте территорию. Повторяю, развернитесь и покиньте территорию. Да пошёл ты нахер. Ой-ой-ой, по нам уже стреляет, ёб. У меня всё плохо. Мэ-мэ-мэ-мэ-мэ. Так, достреливает там туда? Нет, не достреливает, ну ладно. Так, у нас все живы? Все тачки на месте? Да вроде вот да. Вот очередь. Глушилка там наготове? Конечно, разберемся. Удачи. Она, ты проверила все системы? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Проверяю. Нитроинжектор в порядке. Пушка тоже рабочая. Да, мы готовы. Ну, тогда погнали. Чё, прям в лоб заезжаем? Все системы отключены от сети. Блядь. Можно отключить? Как-то прямо сейчас. У нас проблема, вся электроника вырубилась. Ви, избавься как-нибудь от дронов, пока я тут разбираюсь. Я собью дроны, ты займись панцером. Так, дроны, где дроны? Чёрт, да что ж за подстава-то? У нас возгорание в кабине. Потушить реально? Если нет, вылезай. Господи, народ, вы где? Я тут торчу у передатчика. Куда вы делись? По нам, какие новости? Долго еще? Минутку. Огонь локализован. Переключаюсь на аварийное питание. Часть систем перейдет в ручной режим, но ничего. Том, они уже знают, что мы пришли в гости. Дроны летят прямо на нас. Нам нужно еще время, Бобби. Ты продержишься? А у меня есть варианты. Работайте. Обо мне не беспокойтесь. Нормально, девка на войне. Стоят, система смотрят. Заработали. Можем ехать. Все, Бобби, панцирь снова на ходу. Держись, мы едем на колесо. А то было уж совсем грустно. Так, ну чё, поехали снова. Меня выцеливает сучка. Бобби! Господи боже, Бобби! Бобби, прием! Нам надо... Прости, Митч. Мы не можем останавливаться. Не сейчас. Чёрт. Ви, наш панцирь, он долго не протянет. Я чувствую питание, скоро вырубится. Я все сделаю, чтобы не сдохнуть на дороге. Что угодно сделаю. Потом будем анализировать. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бам-бам-бам-бам-бам. Ёлки-палки, что тут происходит, блядь? Ебать, война, блядь. Никаких ошибок, слышите? Мы и так уже успели огрести, пока мы не волнуемся. У нас все получится. Так, ну вроде всех отбили. Пробираемся к мосту, значит. Ух ты, блядь, что это такое? Так, ладно. Едем обратно. Так, тихо. Так, вот сюда заезжаем. Так, ты еще стреляет, блядь? Так, ну вот, проезжаем. Еще одна баррикада. Разносим ее в щи просто. Так, вот, проехали, спокойно все. Так, строительная площадка, здесь ворота.
понес, блядь, нахер. Мы внутри. И все. Техника наимдулась. Я же говорила, что системы подыхают. Тяга, баллистика, ракеты. Как домино все сыплется. Что-нибудь можешь сделать? Попробую, только я не уверена. Или починю, или это ведро реально на свалку пойдет. Вылезай, помоги нашим. Мы прикроем, только давай скорее. Так, прикрываем, ебать, охранный дрон. Кто тут? Тут свои или нет? А есть хоть один шанс, что он? Нет, так, это вроде наш дрон, да? Дальше. Вот, это не наш. Так, минус и еще один. Кого? Кто? Кого? Так, через стенку он не бьет. Так, найс, соло стоит, блядь, чилит. У вас все в порядке? Лучше некуда. Да, все четко. Хорошо. Эй. Наверху должна быть диспетчерская, откуда можно удаленно управлять ТПК. Так, я думаю, это оружие нам не нужно, поменяем на свое. Это, кстати, это град какой-то. Так, берем пушку Сильверхенда обратно. Так, собираем по пути все. Терминал, подключаемся. Какие там протоколы защиты? Это не космическая станция, это просто очень большое сверло. Расслабься, Кэрол пройдет как нож сквозь масло. Так, ну что, запускаем этот бур и нацеливаем его прямо на Arasaka Tower. Ему нужно будет время. Ви, тебе придется нас прикрывать. Да, без проблем. И много их. Ви, помоги нам, пожалуйста. Ёбаный летех прижимает. Черт, похоже, там направление задано автоматически. И как ты уговорил его повернуть? Старым обходным маневром. Ты отключи автопилот и запусти аварийный режим вручную. Есть! Работает! Ну тогда поехали! Наступаем справа! Мич, что там у нас? Так, я нормально этого со снайперка всех раскидаю. Тихо-тихо-тихо, живи-живи, братан. Я случайно выпал. Ух ты, блядь, нихуя себе, что было, блядь. Так, гранатку раз, гранатку два, гранатку три.
Держать позиции! Прикрывайте! Наблюдаю еще дроны. На пути в стройке. Так, давай снайперку. Этого снимем быстро. По дороге проходит. Сука! Через дрон за ними наблюдаю. Там целый батальон. Он задет! Делаю, что могу! Мич, слышишь? Модуль навигации блокирует другие системы. Отрезать его! Да, отрезай! Будет работать и без него! Огонь! Огонь, мать твою! Оба на пяточков! Так, это кто там? Вот он. Снайпер, на в бошку. Ты куда упал-то, блядь? Да прикончите вы его уже! Это приказ! Ави! На нас летит Ави! Сейчас кто-то нарвется. Иду так, на так, где Ави? Блять. И что теперь? В смысле что? Идем дальше к цели. Черт. Ну сколько там еще? Уже близко, почти 60%. Быстро, быстро! Закидываем гренками. У нас потери! Ну и все. Все мертвы. А, нет. Как я и думал, на нас брошены целый отряд. Сейчас будет очень плохо. Против нас мы с ними небольшую армию. Да что ж такое, хер попадешь, блядь. Так, синьки надо собирать по максимальному. Потом разберем, будем собирать. Улучшать оружие. Делаю, что могу, Сол. Меча тут нет, Бобби погиб, так что я тут одна осталась. Знаю, пока, знаю, работай. Мы тебя прикроем. Так, там еще робот, блядь, пришел. У цели корпоративные импланты. Так, ты куда идешь, блядь, робот? Так. Дерем им задницы. Садись, Ви, быстро. Все, конец тебе. Так, чё, куда? Васились дальше. Мы едем. Выиграем для вас время, сколько получится. Спасибо. Мы присмотрим за Митчем и Кэрол и разберемся со шлюзом. Так, чё, куда мы? Перехватить штурмовой отряд Милитех. Это обратно мы выдвигаемся, значит. Ви, Милитех, пред нами еще железо! Мы набрали железо, его разгалывать!
Пойдешь с нами. Слушаюсь, мэм. Не будем терять время, пошли. Ладно, оставляю на автопилот и отключаюсь. Окей. Так, автопилот. Да. Боб и Тедди погибли. И это моя вина. Тедди и Боб с самого начала понимали, на что шли. Все понимали. И я тоже. А если бы ты знала раньше, что будет? Поступила бы так же. Для любого человека из клана. Сол сказал мне, что какой-то твой друг поможет нам с Микоши. Кто-то снаружи. Да. Альт. А кто это? Это лучший нетранер Найт-Сити. Самый крутой нетранер во всем Найт-Сити. Вернее, была. Неужто вдруг взяла и сменила карьеру? Вроде того. А заодно место жительства. Но она нам поможет. Угу. А ты ей доверяешь? Да, она поможет. А что, тебе что-то напрягает? Я доверяю тебе. Этого хватит. Если ты полагаешься на нее, значит, я готова положиться на твой выбор. Все получится. Должно получиться. Мы ведь уже почти у цели. Так, ну хорош, кончаем эти душевные разговорчики. Поехали, я хочу выйти отсюда, блядь. Как отсюда выйти? Ну ладно, сидим, значит. Сидим. Разговариваем с Панам. Ой. Далеко отсюда до Арасака Тауэр? Нет, отсюда уже рукой подать. Ви! А, мы куда-то ехали все это время. Нормально. Хоть бы окошко открыли. Так, здесь ничего нету интересного собрать? А вроде нету. Че такое? Тебе пора бы к этому привыкнуть, Сол. В жизни мало что идет по плану. Мы понятия не имеем, что ждет внутри. Ты нам нужен. Ребята, что такое? Мелитех отрезал наших настройки. Кэрол и остальных. Они долго не продержатся. Господи боже. Я беру панцир и возвращаюсь туда к ним. С ума сошел? Речи быть не может. Один ты панцир вести не сможешь. Только мозги свои тупые сожжешь. А что, есть другие идеи? Это же наши, Панам! Я их не брошу! Сол, и ты на это согласишься? Ви, объясните вы этому кретину! Так, нет, Митч прав. Втроем еще у нас есть шансы, а у них без Митча никаких. Ты точно уверен? Сол! Это верное самоубийство! Вы о себе беспокойтесь. Они тебя убьют! Скоро увидимся. Кэрол, я иду к вам. Держитесь. Сол, вернется же... с вас пиво. Скажи ему. Нельзя отступать, иначе жертвы напрасны. Вы двое поднимитесь и гляньте, в чем там дело. Как поедете, я за вами прикрою с тыла. Понятно. Идем. Митч? Здесь я. Видишь, живой. Береги себя, пожалуйста. Да что мне сделается? Вы сами там доберитесь живыми. До этого Микоши. Ну, понеслась! Отбой! Только бы больше ничего не накрылось. Ой, это что за огонечки такие? Так, сбой системы здесь. Похоже, двигатель перегрелся, когда сверло... Ну что, момент истины. Хорошо, включился ручной режим. Все очень плохо. Панам, что такое?
По нам, не молчи! Нет, 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 по нам! Я здесь. Не, живая. Меня немного помяло, но жить буду. По нам. Я уж думал, ты... Ничего, Ви. Все в порядке. Сол. В туннеле пока чисто. Нет вести от Митча? Пока ничего. Я так и знала. Может, проблемы со связью? Пошли. Закончим с этим. Так, пойдем. Че, мы в Микоши добрались? Нет, прорыли. Найти техническую шахту. Ух ты, блять, нихуя себе, ебать, это че такое? Под землей. Да. Надо искать способ подняться наверх. Ой, блядь, да что ж такое, как не вовремя. Вот все. Я не могу. Так, это кто такие вообще? Это роботы Арасаки. Блядь, они что, туда-сюда ходить будут? Так, ладненько. Так, это не то. Так, это что ли вход в шахту? Ну да, походу он. Давай сюда, братаны, за мной. Нам это и надо было. Терпим. Дышим. А ведь если подумать, мы сейчас прямо в том месте, где взорвалась бомба, уничтожившая башню. То есть, получается, что здесь до сих пор может фанить? Кто знает? Класс. Так, вот она дырка, сюда идем. Ви! Ви! Ви, что с тобой? У него опять приступ. Эй, Ви! Нормально все. Нельзя останавливаться. Кто-нибудь знает, где мы? Надо осмотреться, тогда и поймем. Там что-то есть. Только сперва надо убрать охрану. Не нравится мне это. Совсем. Думаешь, что-то серьезное? Ви, сначала надо убрать стрелков. Конечно, серьезно. Лучше по-тихому. До вечера тут наверняка просидим. И часто тут так бывает? Нет, очень редко. Вот это и пугает больше всего. Не торопись, а то нас поймают. Да я не тороплюсь. Что всех положили. Да не спалили, блядь, все нормально. О, это Юкимура, это что такое? Это умный пистолет какой-то. Так, патрончики заберем. Жуха нету. У них там целая толпа. Похоже, конвойная охрана. Ясно. Видимо, они засекли вибрацию, когда мы бурили тоннель. Все бойцы Арасаки теперь наготове. Включилась аварийная блокировка. Мы заперты, как крысы в клетке. Точки доступа есть? Нужно найти. Ищу. Погоди секунду. Одну нашел недалеко, там сможешь подключиться. Окей. Надеюсь, разъем для щепки Альт тоже найдется. Высылаю кратчайший маршрут. Но сначала надо как-то блокировку снять. Только по-тихому. Никто не должен заметить, что мы пришли в гости. Никто не заметит. Смотри прямо, видишь? Чё там? Сюда идем, да? Так, не забываем сохраняться. Это сейчас важно.
Ух ты, блядь, тихо. Выходить с поднятыми руками! Красный уровень опасности. Всех сотрудников просим оставаться на местах до отмены блокировки. Осторожно. Я еще раз тебя на могилу! Всем приготовиться! Так, камеры тоже снимаем сразу. Ладно, спалили нас. Быстро, Ух ты, блядь, нихуя себе, блядь. Тихо. Робота завалили. Прикройте меня! Там на трайлер, не расслабляйся! Нет, только не умирай! Был на транере, нет на транере. Так, блядь, что ты орёшь? Все мёртвы. Ух ты, блядь. Так, ну, вроде всё чисто, всех убили. Всё получилось. Да? Окей. Я на месте. Так, ну это уже похоже на то место. Так, опасная зона. Угу. Ладно, сохраняться нельзя. Альт, мы в Микоше. Да. Сколько времени тебе нужно, чтобы... Готово. Чтоб меня! Черт, получилось! Значит, мы можем идти дальше? В Микоши? Путь открыт. Вот, спасибо. Четко. Ты уверен? Все хорошо? У меня да. У меня тоже. Пошли. Так, а че, где вход? Я думал, здесь он. Так, ладненько. Сохранились. Это хорошо. Так, это у нас что такое? А. Это что, это за нас, типа? Ну да. Они нас не трогают. Это хорошо. Так, а ты что у нас, прикинулся, что ли? Ч,
Че это такое? Прикинулся мертвым. Вот это да. Так, гнездо нетранеров. Что происходит, блять? Короче, Аль тут что-то намутило, что все роботы за нас. Это гражданские. За что их убивать? Так, за нами идет элитный отряд охраны. Сохраняемся тогда. Так, нас сканируют опять. Где-то здесь. Мы дошли. От Микоши тебя отделяет всего несколько шагов. Кажется, ты наконец получишь свой шанс. Мы будем с тобой до конца. Альды Кальда всегда держит слово. Зал, за перегородку. Там будет еда. Давай-ка вместе. Так, это, блядь, кто? Блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сука. Любопытно. Давай. Так. Сразу меняем патрончики. Светошумовая, где она? Вот она. Да что ж такое-то? Так, ну что, впереди остался Смешер. Падла сильная. Нам надо пойти через зал, за перегородку. Там будет ядро. Давай-ка вместе. Где мои светошумовые гранатки?
Так, а где он? Блядь. Целюсь туда, куда надо, блядь. Когда ты пообещал, что убьешь Сильверхенда? Ты сегодня убил хорошего человека. Он знал, на что шел. Сол не хотел идти, но решил поддержать меня. Он пожертвовал собой ради друга и семьи. Тебе, тварь, никогда этого не понять. Так, ну чё, убивать его будем? Нет, я не хочу его убивать, потому что я убивал его постоянно, два раза. А сейчас я хочу его оставить живых. А вот это вот я просканирую. Карта суд. Так, а чё это за карта? Так, ладненько. Невидимый пулемет какой-то. Ладно, пойдем, значит, в Микоши. Оставим Соло. Так, нет, только я хочу сходить забрать. Ты что бегаешь тут? Сейчас я дробовичок заберу этого Соло. Тут обычный. Время. Ладно, пусть будет. Так, я что, перегружен? Да, вроде нет. Если мы еще раз встретимся, ну что ж, придется еще раз тебя убить. Ты выглядишь как-то не очень. Я справлюсь. Точка доступа находится перед тобой. Подключись к ней, войди в сеть и найди меня на той стороне. Давай, обопрись на меня. Да, пожалуй.